Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня снова мы в магазине Fix Price по адресу город Коммунар, Ленинградская область, улица Фабричная, дом 9. Приятного просмотра, хорошего настроения. Посмотрим, что тут появилось интересное, новинки поищем. Проходила сейчас мимо детского отдела, вы посмотрите, привезли какую красоту. Многие, конечно, не оценят. Эта игра называется боулинг. Здесь кегли выполнены в виде животных. Такой товар уже поступал. И некоторые зрители написали, что очень жалко мячом бить по животным. Ну, не знаю, как это воспринимать. Мне, наверное, было бы тоже жалко. Ну, такую придумали игрушку. В общем, смотрите, здесь кегли в виде дракончика, обезьяны, львята. И мячики. Мячиков здесь два. По-моему, тут они все одинаковые. И цена такого яркого набора 249. Еще раз хочу показать, что в продаже есть мячи. Это футбольный и волейбольный. Стоят они 399 рублей. На улице с каждым днем теплеет. Наверное, только не в нашем регионе. Санкт-Петербург, Ленинградская область прям. Похолодание снова обещают. Необходимо мяч надуть, либо, может быть, в магазине как-то попросить. Раньше здесь мальчишки работали, так они надували. Либо самостоятельно купить насос и его накачать. Какая интересная игрушка, называется игровой набор «Надувная лодка». Стоит 199 рублей. Устраивает соревнования для детей от 3 лет. Смотрите, какая она большая. Ее действительно необходимо надуть, потому что в комплекте идет насос. Вот она такая будет. Ставьте насос в специальный клапан. Надуйте лодку аккуратно. Если лодку надуть очень сильно, она может лопнуть. Вот. И все, можно запускать на воду, заводить мотор и готовиться к гонкам. Ой, обязательно купите такую детям, мальчишкам, девчонкам. АБС, полипропилен, бумага. Я думаю, что дети будут просто в восторге. Смотрите, какая яркая, красивая. Вот здесь вот моторчик. Также можно повыбирать. Ну, вот я 3 варианта точно нашла. Прелесть. Можно же не только в ванне. Можно сейчас лето на море с собой взять. На озеро. Куда угодно. Даже дома. На даче. Поиграть в какой-то, не знаю, ванне. Цена 199. Прелесть. Вот еще такая есть. 4 варианта точно. В отделе с декором новые вазы. Ваза Дюна. Небольшая, белая. Рифленая такая. Для какого-то узкого цветочка. Даже можно живой поставить. Полевые какие-то, да. В составе здесь керамика. Вот они тут все одинаковые. Горлышко узкое. Сама она такая, как груша. И еще горшочки для цветов. Называется серия «Лаванда». Лаванда. Тут точно этикетка, видите? Лавандового цвета. Керамика и бумага. Здесь уже, я так понимаю, приклеили. Верхнюю и нижнюю часть приклеили. Будете поднимать, поднимется все вместе. Очень, да, симпатично смотрится внутри отверстия, если вы заметили. По-моему, тут все так вот вместе, два в одном. Как вам такой вариант? Рисунок здесь с одной стороны. И здесь еще само покрытие, знаете, такими микротрещинками. Как будто бы из доломита, а не из керамики, как вы думаете. Цена 199. Попутно вам сразу покажу, какие есть фигурки в отделе с декором. Из различных поставок, вот, посмотрите, и даже сама вот эта серия «Лаванда» тоже есть вот эти фигурки. Украсить, на окно поставить, около цветочков, на кухне. Здесь вот фигурки, подставки, вот такие, тележечки еще остались, кому если нужно, для Барби, например, либо для хранения каких-то мелочей. Котята спящие ждут хозяйку, как в приюте, знаете, сидят, ждут. Ждут, когда их заберут. Бездомыши пока в приюте тут. Котики стоят 149, на подушечке спят. Новая партия уточек для водоема. До этого были желтенькие, белые. Белые добавили. Уточка это легкая, пластиковая. Полипропилен, полиэтилен. Легенькая, да, такая вот такая желтенькая. 59 рублей цена. По декорации вертушка, длина 50 сантиметров на пластиковой палочке. Вот, здесь она заостренная, можно куда-то вставить в землю и направление ветра смотреть. Состав здесь ПЭТ, полипропилен, сталь, она очень легенькая. Будет крутиться, вертеться вертушка. Ну, помимо вот такой оранжевой, есть еще точно синяя и зеленая. Сейчас я узнаю, сколько стоит. Ее только-только прям тут повесили. Цена 55 рублей.
уважаемые зрители, сегодня хочу поделиться с вами своим заказом. В интернет-магазине TikiTix я заказала интересные товары. Мне пришла посылочка, очень быстро приходит, заказываю через ДЭК и посмотрела там различные разделы, там не только одежда, постельные, пледы, там еще различные товары для дома. Вот, например, я нашла такой органайзер для белья. Буду делать уборку, организацию, без размера. И представляете, здесь вот написано органайзер, но на самом деле здесь он раскладной, и их там три разного размера. Вот он раскладывается, складывается прям одним движением руки. Здесь вот молния. Замечательный органайзер, один квадратный, стенки высокие, это не тканый материал, никаких цветочков, лепесточков, рисунков, просто серый цвет и молния серая. Узкий такой же, квадратный, мелочи какие-то хранить. Я заказала для белья, навожу в порядке шкафчики, здесь можно сделать организацию, все это разложить, все, что нужно, мелочи. Можно не только для белья, вообще для чего угодно, и для игрушек, и на кухню, куда угодно. Замечательные. Также для весенней уборки мне понадобятся тряпочки из микрофибры. Это специальные для оптики, стекол и зеркал. Кстати, вот эта тряпочка, она большая, 30 на 30 сантиметров. Ее можно купить и положить в футляр для очков. Иногда я так делаю, тоже ношу очки. Она хорошо протирает оптику, как указано. И это специальная тряпочка, которая не будет оставлять разводов. Дома зеркала, стекла, все что угодно. Даже можно, если у вас мебель с блестящими глянцевыми фасадами, кухня, например, либо полированная какая-то мебель, тоже прекрасно она все вот эти отпечатки и следы убирает. Сумочка-косметичка заказала для дачных всяких принадлежностей, потому что она не промокает. Вот артикул 8733-21. Вот так она выглядит. Видите, какой материал непромокающий. Идеально подойдет для отпуска. Скоро лето. В бассейн. Детям на улицу брать какие-то мелочи. В песочницу, в общем. Либо как косметичку ее использовать. Мне понравилось то, что она вот непромокаемая. Заглянула в раздел «Товары для кухни». Нашла набор ситечек. Три штуки. Большое, среднее и малое. Ситечки хорошие. Вижу, сразу выполнены из нержавеющей стали. Посмотрите, какая прелесть. Обязательно пригодятся для кухни. Я очень часто покупаю сухофрукты, промываю. Вот даже утром на завтрак для каши обязательно у меня чернослив, например, либо курага. И мне несколько штучек нужно промыть. Вода стекает. Замечательно. И также увидела в разделе «Товары для кухни» распылитель для масла. Давно хотела купить. Видите? Значит, для чего он? Экономит само масло. Иногда из бутылки прям очень сильно наливается. Насколько я читала о плюсах такого приспособления. Распыляет полностью всю поверхность салата. Мы каждый день едим салатики и покупаем масло. Майонез не едим, покупаем масло. И вот такое приспособление я нашла. Сама баночка здесь стеклянная. Удобная такая, с рифлением. Видите? Взяла два набора. Две баночки взяла. Одну в загородный дом, одну в квартиру. Очень хорошая вещь, буду обязательно тестировать. Еще мне понравилась вот такая большая бамбуковая доска на сайте. Мне понравилось у нее. Вот, можно повесить, красиво поставить. Выполнено все очень аккуратно. Сезон овощей, фруктов. Скоро у нас лето, производство Китай. И такая доска просто необходима. В канцелярском отделе увидела перманентные маркеры. Что-то подписывать. Вещь отличная. Мне в садоводстве подойдет бирочки всякие подписывать. Здесь еще и 4 цвета. Можно что-то там выделять, даты какие-то. Также вот такие резиночки. Мне очень нравится. Я увидела, заказала для волос пружинки. Эти резиночки не травмируют волосы. Очень крепко держит хвостик. Прическа какая-то. В наборе здесь 5 штук. Обязательно понадобится в этом сезоне нам перчатки. Обновила, заказала сразу 2 набора. Черный цвет. Перчатки, кстати, там разные. Разная плотность. Есть прорезиненные, есть нет. Вот эти очень хорошие перчатки. Они плотные для любых работ на улице, да, и дома. Для ремонта подойдут. Продаются вот так вот упаковками. Сейчас скажу, наверное, по 5 пар. Да, по 5 пар, но они классные. И также заказала белые. Вот, светленькие такие. Здесь они просто перчатки, не прорезиненные. Например, мне удобно в таких. Мужчинам больше, наверное, вот такие будут удобно делать какие-то дела. Здесь тоже продаются они упаковками по 5 пар. В прошлый раз заказывала брюки-джеггинсы 44 размера. Так, они мне понравились. Это, знаете, такие как плотные лосины, но у них такая имеется отстрочка, как будто бы ты в джинсиках. В то же время тебе мягко, как в лосинах. Просто чудо. Заказала точно такие же повторно. В составе 58 полиэстера, 36 вискоза, 6% лайкра. За счет этого они такие шелковистые. Кармашков здесь нет, они как лосины, все здесь только вот декоративно. У меня размер 42-44, и они идеально мне подошли. Видите, отстрочка.
как будто бы ты в джинсах, но на самом деле тебе мягко, удобно ходить. Очень мне понравились, они облегающие, сидят по фигуре. Сарафан от Натали. Натали всегда хорошие вещи. От 46 до 60. Это сарафанчик такой летний, хороший, трикотажный, 46 размера. Я заказывала для себя 46, у меня 42-44, но вижу, что будет просто идеально. Он будет такой свободный. Верх, как у майки, ну, вот как маечка трикотажная. Имеются карманы. И этот сарафан длинный, он с разрезами. Представляете, как летом будет замечательно и комфортно в нем ходить, когда на улице жарко. Он длинный, просто прелесть. Яркий, красивый, мне понравился. Для мужа заказала пижаму, но мне кажется, это можно не как пижаму использовать, а как домашний костюм. Либо на дачном участке в загородном доме ходить просто на улице. Мягко, удобно и комфортно. Здесь размерный ряд 48-56. Я заказала размер 50. Хлопок 100%. Зеленый. Костюм состоит из двух предметов. Это такая, как футболочка с длинным рукавом, мягкая, хорошая. Размер, я думаю, что подойдет. Идеально просто будет. Рукав полноценный. И вот такие брючки. Посмотрите, какая красота. Брючки здесь широкие, свободные, комфортные. Как пижама будет идеально. Как домашний костюм тоже будет идеально. Следующая тоже пижама. Цвет темно-бежевый написан. Но тут видно, что он голубой. Размерный ряд 48-56. Я заказала 50-й. Здесь уже костюм состоит из футболки. Обратите внимание, видите, как ворот сделан. Вот это прорезин. Такой цвет, красивый рисунок, приятный. В комплект идут брючки. Вот такие, с таким же рисунком, как на футболке. Но необычность этих брюк в том, что, видите, у них какой манжет. Как я и сказала, по предыдущему костюму будет идеально. Как домашний костюм, как пижама. Мягкий, комфортный. Здесь еще имеются карманы. Также, как домашний костюм, заказала 50 размера, 48-56, хлопок 100%, серого цвета. Вот такой костюмчик. Здесь обычная трикотажная приятная футболка, такой ненавязчивый рисунок. Горловина не очень широкая, маленькая, футболочка хорошая. Ну а в комплект идут вот такие удлиненные шорты другого цвета, скомбинированы. Последняя в моем заказе – это сумка мужская. Да-да, на сайте Tikitex можно не только одежду, постельные, канцелярские товары для кухни, можно еще заказывать сумочки. Вот эта сумочка, она из натуральной кожи. Мужская, отличная сумка, кожаная. Ручка здесь вот такая текстильная, регулируется больше-меньше. И она действительно такая небольшая, чтобы положить самые необходимые документы, телефон. Она прям очень компактная. Смотрите, у нее нет дна. То есть здесь вот просто сшито и все. Но внутрь, если заглянуть, здесь одно большое отделение. Есть отделение с молнией дополнительное. И также здесь вот дополнительный кармашек, тоже что-то положить. Сумочка замечательная. Смотрите, какая небольшая. Мягкая, кожа хорошая. Были только черные. Вот, это кожа. Все ссылочки на все свои товары я оставлю в описании под видео, закреплю в комментариях и также оставлю ссылочку на интернет-магазин Tikitex. Переходите, заказывайте. Очень хороший ассортимент, постоянно обновление, и вы обязательно для себя что-нибудь приобретете. Яркие раскраски, раскраска с цветным контуром. Это производитель Умка, домашние животные. Тут они вообще разные, 24 рисунка. Ой, какие здесь они, правда, яркие. Для малышей совсем еще можно почитать. Мама. А для мамонтенка, вот она серия, смотрите, какие, как раньше. Крошка енот, чебурашка, игрушки. Ой, какой выбор большой. Львенок и черепаха, машинки, котенок, приключения друзей с Винни-Пухом, цена 59. Волшебная раскраска с цветным контуром от производителя Умка. Они тут по 59 такие, какие, правда, интересные, да? 79 рублей детская книжка, 288 наклеек. Здесь вот все с транспортом связано. О, кружочками. Все нужно с помощью кружочков сделать. Видите, какие есть транспорт, домашние любимцы, животные по 79. Очень яркие в этой серии вот игрушки. Животные дикие еще есть. Многоразовая водная раскраска для детей. Дикие животные, кисточка плюс вода. Здесь раскрашиваю снова и снова. Смываете, да, и... Ой, какая интересная. Вот оно проявляться здесь будет. Тоже большая серия детская. Дикие животные, буквы.
динозавры, принцессы, цена 149. Очень большой стенд с пасхальными товарами. Смотрите, вот так издалека. Здесь я обратила внимание, что привезли куличики вот такие, написано «Со светлой Пасхой». Здесь его красиво украсили. Пишите, вы будете покупать куличик или сами будете делать свой печь. 300-граммовая упаковка, волжский пекарь с цукатами, цена 99. Кролики, курочки. Кроликов очень много поставили. В прошлый раз прям партия вся разобрана была. Прибегайте, такую красоту. Смотрите, курочку можно просто купить домой. И белые, и желтые, и голубенькие. Различные красители есть. Свечи. Вот эти красивые, шикарные солонки. По-моему, кролики еще были, да, мы с вами смотрели. В виде курочек красота. Вот эти пушистые мы с вами не смотрели. Пасхальная овечка написано 124, по карте 106. Ой, какая... В сапожках, да, такая декорация. Птенцы 99, по карте 91. Много акций, потому что уже праздник. Смотрите, какая красота. Праздник уже тут. Шапочков даже есть, если вы не видели. Вот в платочках. Музыканты. Птенчики музыканта. Бутылка для воды очень красивая, стильная. Такой, знаете, прям женский вариант. Крышка переливается, перламутровая. Бутылочка очень тоже похоже, как будто бы перламутровая. Стоит она 124 рубля. Имеется пищевой значок. Есть розовая, есть желтенькая с золотистой крышкой. Крышка здесь винтовая. Есть вот такая еще голубенькая. Объем 560 мл. В составе санпластик, полипропилен и сталь. Еще шнурочек есть. Вот пошли на прогулку, взяли с собой. Плотная, прозрачная и очень яркая за 124. Небольшая баночка 300 мл, стеклянная, для чего угодно можно ее использовать. Крышку нельзя использовать в посудомоечной. Она из пробки, стекло и пробка, все, 49,50. Хочется посмотреть, как тут она плотно, не плотно. Вот видите, крышка, как ее срезали, чтобы она туда заходила. Так-то хорошо. Большие вот такие баночки, 600 литров. Что-то хранить 174,50. Еще представляете, вот эти не все разобраны. Стекло и нержавеющая сталь 800 мл. По-моему, там надписи должны быть разные. Здесь вот видно будет все в окошечко. 199 рублей цена. Написано для специй. Можно под крупы использовать. Вот эти очень хвалят баночки. Кто не видел, они с магнитным дном написано на подставке. Можно на холодильник повесить, либо куда-то еще. Ножи выставили. Обратите внимание, Сантоку нож 26,2 длина, цена 116 рублей. Это нож, который можно использовать, значит, сыр, колбаса, овощи, фрукты. Здесь написано, ручка деревянная, да, нержавеющая сталь, из бамбука она, и алюминий. Посудомоечная нельзя. Вот так выглядит. И есть тоже Сантоку кухонный, написано 99 рублей поменьше. Такой же, только поменьше. 23,5. Все то же самое. Фрукты, овощи, сыр, колбаса. Посудомоечную нельзя. Вот два вида. Очень классная новинка. Контейнер для еды. Стоит он 249 рублей с бамбуковой крышкой. Сам контейнер стеклянный. Это цена за круглый контейнер и за прямоугольный. Смотрите, какой он стильный. Здесь вот вам хочу показать. Боросиликатное стекло, бамбук и силикон. Силикон, там крышка, видите, с прокладочкой. Такой хорошенький, стильный. За 249 рублей точно не купите. Вот второй вариант, прямоугольный, большой. Тут объем вроде как и не указан. Объем не указан. Все остальное я вам озвучила. В кухонном отделе увидела корзинку. Стоит она 79 рублей. Сразу покажу, что есть бесцветная, зеленая и то ли синяя, то ли серая. Они все полупрозрачные. Стенки боковые и вот одна с отверстиями. А, все с отверстиями. Здесь просто этикеточка. Российское производство. 31,5 на 13. Высота 8,5. Отлично подойдет для холодильника. Хотя написано, что она универсальная. Компания Бытпласт. Вот специи, овощи, кстати, да, фрукты.
все что угодно. Сыр, колбаса, молочка. Организацию в холодильнике сделать. Она такая узенькая, их можно несколько штучек сразу поставить на полочку. 79. Набор тряпочек для уборки новый. Вот эта тряпочка точно стекла протирать. Она как для оптики такая. А другая, смотрите, какая. Тоже, наверное, для этих целей. Для мебели написано. Для стекол и для кухни. Сколько тут их штук-то? А, вот еще. Мягенькая. Три разные. Бонхом, три разные. В спрайте появилась веревка. Так называется она прям для белья. У нее длина 10 метров, а ширина 6 миллиметров. 10 метров. Отличается по цветам. Есть белая с черным, синим, с красным и с зеленым. Необычная щеточка. Искривленная стоит 39,50. Написано универсальная. Может где-то радиаторы чистить. Либо куда-то, куда не подлезть. Есть розовая, есть голубая и есть зелененькая. Вот они. Снова в фикс-прайсе появились ёршики. Каких только вариантов не было на самом деле в фикс-прайсе. Смотрите, какая цена. 79 рублей. Это цена за весь комплект. И он угловой. Если у вас есть специальное место, такой уголочек, вам такое подойдет. Еще и за 79 рублей. Цвет серый, цвет белый. Ёршик. Вот такой сплошной. Он не меняется. Бывает здесь вот он рассоединяется. Смотрите, какая подставочка. Еще и российское производство. Lidex Company. Россия, Московская область. Представляете? Серенький еще есть. Цена 79. Российское производство. Прищепки называются лапочка. Представляете, комплект стоит 79 рублей. 12 штук. Производство Россия, Ростов-на-Дону. Очень, мне кажется, крепкие такие, прям мощные. Колечко хорошее. Не китайские, а российские. Есть еще прищепочки за 99 рублей. Они здесь с прорезиненными такими цветочками. Из ТПР. Вот. Еще есть вот такие. Тоже российское производство. Это, кстати, видите, этот же производитель, Ростов-на-Дону. 10 штук, 59 рублей. Два цвета. Там еще, кстати, другие есть цвета. Сиреневый и синий. Вот если вы ранее такие покупали, они вам понравились по качеству, можно купить еще вот такие побольше. Коврики выложили рулончиками. Стоят 249 рублей. Вот так скрутили. Ну, классический такой плотненький. Быстро сохнет, написано. 58 на 38, толстый, видите, с пупырышками. Есть белоснежный, есть серый, есть голубенький. 249. Давно мы с вами напитки не смотрели. Здесь напиток от Сады Придонья. Спелая вишня, нектар написано. 970 мл, стоит 87 рублей. Здесь Сады Придонья литр. Яблоко, груша с мякотью. Сок 100% написано. Стоит 87 рублей. Красному ценнику сок «Привет». 950 мл, яблоко 49,50. Здесь, кстати, Сады Придонья есть еще нежный персик. А вот 99,95 яблоко груша. Что он стоит 99 по карте 95. Еще смотрите, есть мульти. Вот такой. И виноград. Все по двойному ценнику. Яблоко, виноград. Пожалуйста, привезли. Окрошку можно делать. 69 рублей, 1,5 литра. Пластиковая бутылка. Очаковский. Настоящий написано. Двойного брожения. Ну а на сегодня, уважаемые зрители, все. Спасибо, что заглянули. Обязательно смотрите не только на YouTube, но и также на Дзен-канале. Удачи и всего доброго. Увидимся в следующем обзоре. Пока-пока.